Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и это продолжение нашей рубрики «Российская премьер-лига в Лиге чемпионов». Итак, перед началом этого видеоролика хотел бы вас обязательно попросить подписаться на этот канал, потому что большой процент зрителей смотрит мои видеоролики без подписки. Ребят, если вам понравился данный ролик, не поленитесь, подпишитесь на канал, вам не трудно, мне будет очень приятно. Но также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения, летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, у нас второй выпуск, посвященный Локомотиву. Локомотив — это последняя команда, с которой мы вот и завершаем данную рубрику. Вот, ну и сейчас у нас игра против Young Boys. Единственная, наверное, команда, которую мы сможем вот обыграть в Лиге чемпионов. Ну что же, давайте соберем наш состав. И пока что вы можете посмотреть на состав Young Boys. Наш состав не потерпит никаких изменений. То есть у всех хорошая форма, все абсолютно заряжены. Ниже среднего ни у кого нет. Поэтому будем играть именно таким составом. И играем на выезде. Young Boys против Локомотива. Поехали. Итак, Стэд де Сьюзи. Young Boys принимает Локомотив. Второй тур у нас Лиги Чемпионов. Поехали. И мы пропускаем. 26-я минута. Как-то так. Смотрите, очень быстро здесь пошла атака. Причем они секунду назад были на своей половине поля. И вот здесь вот ошибки, какие-то рикошеты пошли. Ну и все. Young Boys выходит вперед. Элия нам забивает. Мы, естественно, теперь пойдем в атакующий стиль. Потому что, как я и сказал перед началом этого матча, Young Boys мы обыгрывать обязаны. И мы пропускаем второй. 44-я минута. Young Boys забивает второй. Мы сами. Но вот я просто сейчас действительно не понимаю, что сейчас вот происходит с Локомотивом. Здесь и Чёрлка как-то сдерживал, потом уже вылез, не смог отобрать, и все. Свою зону он потерял, и Гилерми вообще перестал что-то тащить. И все, мы проигрываем на выезде Young Boys'у. Очень обидное поражение. Во втором тайме вообще ничего не получалось у Локомотива. Если первые 15 минут матча что-то у нас получалось, то во втором тайме полностью мы отдали инициативу Young Boys'у. И как-то так. Если смотреть по оценкам, у нас полностью провалились все игроки, ну вот кроме двух центральных защитников и Гилерми. Все, у остальных просто 5,0 оценки. После второго тура мы опускаемся уже на четвертую строчку, ну и как-то так. Ну что ж, друзья, на этом мы и завершаем сегодняшний выпуск. К сожалению, у нас поражение против команды, с которой мы обязаны были выигрывать 6 очков из 6 в двух матчевом противостоянии. Но вот, к сожалению, не получилось. Надеюсь, дальше вернемся только сильнее. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики. Всем спасибо, всем до свидания.